Ein paar Produkte, die für mich wichtig sind, die wir derzeit schon länger im Programm haben und alles, was neu kommt. Вот, но перед тем, как мы обратимся к бизнесу, я хотел бы рассказать вам о некоторых продуктах, о нескольких продуктах, которые уже достаточно давно присутствуют в нашем ассортименте, которые для меня важны, а также о том, что будет нового. So, ich habe in der Pandemie, oder wir alle in der Pandemie haben sehr viel gelernt. Итак, мы все во время пандемии очень многому научились. Ja? Und im Prinzip haben wir gelernt, wie hilflos eigentlich wir sind. И, в принципе, мы узнали то, насколько мы вообще беспомощны на самом деле. Und wir können nicht verheimlichen, dass viele Lieder und bekannte Universalmitglieder auch in dieser Zeit der Pandemie leider gestorben sind. Das ist ein Fakt. И также мы не можем скрывать того печального факта, что есть лидеры и известные в компании Levasan люди, которые ушли из жизни во время пандемии. Это факт. Und das, was ich als erstes gelernt habe, ist folgendes. И первое, чему я научился, это следующее. Die meisten, die an COVID gestorben sind, большинство из тех, кто умер от коронавируса, haben die meisten, nicht alle, ja? Большинство, не все, gehören einer kritischen Gruppe an. Входят в группу риска, в критичную группу. Und zwar sind es Menschen mit einem eher ungesunden Lebensstil. А именно, это люди, которые ведут скорее нездоровый образ жизни. Ja? Das ist der Fall. Mensch mit Übergewicht. Это люди с лишним весом. Oder Menschen, die gewisse schon Zivilisationskrankheiten haben, wie Zuckerkrankheit und so weiter und so fort. Либо это люди, страдающие от определенных болезней цивилизации, да, таких как диабет и тому подобное. Sind Sie mehr verstanden? Вы со мной согласны? Да. So. Und wir bei Levasan, а мы в компании Levasan haben eben viele Präparate. Ich spreche nicht über alle Produkte, ich möchte nur über ein paar Produkte sprechen. Вот, у нас есть немало препаратов. Я не буду рассказывать о всей продукции, я расскажу только лишь о нескольких продуктах. Die genau und wirklich effektiv unser Immunsystem ansprechen. Которые, ну, действительно эффективно поддерживают нашу иммунную систему. Und die, die auch sehr, sehr effektiv sind bei Herz- und Kreislaufkrankheiten. И которые также очень эффективны при сердечно-сосудистых заболеваниях. Denn okay, es gibt morgen keine Corona, kein Covid, Gott sei Dank. Ну хорошо, завтра у нас не будет короны, ковида, слава богу. Aber es gibt verschiedenste Viren auf dieser Welt, es gibt verschiedenste Krankheiten auf dieser Welt. Но в этом... Und ich werde erklären, dass es eigentlich gar nicht um die Krankheiten geht, sondern um ihre Basis geht. Но в этом мире существует множество самых разных вирусов, множество самых разных заболеваний. И я вам объясню, что речь на самом деле не о заболевании, а о вашем, так сказать, фундаменте, о вашем основе, о вашей основе. Was ist die Basis unserer Gesundheit? Was ist die Basis unseres Körpers? Was glaubst du? А что является фундаментом, основой нашего здоровья, нашего организма, как вы считаете? Иммунная система. А? Иммунная система. Если иммунитет? Нет. Нет. Unsere Zellen. Наши клетки. Das ist das Gleiche in unserem Körper. Und это основа нашего организма. Und das ist das, was ich versucht habe seit Jahren, aber die Menschen tun sich halt schwer damit zu erklären. Leute, wenn ihr eure Zellen im Griff habt, dann habt ihr eure Gesundheit im Griff. И это то, что я пытаюсь годами объяснить, но то, что люди понимают с трудом. Я говорю, если у вас под контролем ваши клетки, значит у вас под контролем ваше здоровье. Ist doch logisch, oder? Ну это же логично, разве нет? Да. Alles fängt bei unseren Zellen an. Все начинается с наших клеток. Ja, wie beeinflusse ich die Gesundheit unserer Zellen? А как я влияю на здоровье наших клеток? Ну, das, was die Ärzte seit 100.000 Jahren sagen, durch eine gesunde Lebensweise. Ну, то, о чем врачи говорят уже сотни тысяч лет, путем здорового образа жизни. So, was ist eine gesunde Lebensweise? А что такое здоровый образ жизни? Was verstehen Sie unter gesunder Lebensweise? Das müssen Sie Klienten sagen. Что у нас понимается под здоровым образом жизни? Это то, о чем вы должны говорить клиентам своим.
Sie können nicht jeden Tag 100 Zigaretten rauchen und dann zählt ja niemand. Das funktioniert nicht. Вы не можете каждый день выкуривать там по 100 сигарет или рассчитывать на здоровые клетки. Так не получится. Was ist also Nikotinverzicht? Итак, что это значит? Отказ от никотина. Weniger Alkohol. Меньше алкоголя. Ja, also weniger Alkohol. Schauen Sie nach, es gibt Rekommendationen von der WTO, wie viel Alkohol, WHO, wie viel Alkohol man maximum am Tag oder in der Woche trinken sollte. Ja, что касается алкоголя, посмотрите, есть рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, насчет того, сколько алкоголя следует пить в день. Einmal in der Woche Fleisch. Раз в неделю мясо. Einmal in der Woche Fisch. Раз в неделю рыбу. Halten Sie sich fern von Wurstmark, halten Sie sich fern von Fleischkonserven. Избегайте колбасных изделий, избегайте мясных консервов. So, mehr Gemüse, mehr Obst. Больше овощей, больше фруктов. 10.000 Schritte am Tag. 10.000 шагов в день. Und wichtig. И, что важно. 2 Blutuntersuchungen pro Jahr. 2 анализа крови в год. So. Mehr brauchen Sie nicht. Больше ничего вам не нужно. Что? Ну, сон, конечно. Also, das natürlich, ja. Ну, это само собой, конечно. Ich habe mir das Wichtigste jetzt aufgezählt. Я сейчас только самое важное назвал. Und an den Blutuntersuchungen erkennen Sie sofort, welches Präparat von wie wachsam Sie brauchen. А по результатам анализов крови вы сразу поймете, какой препарат вы вахсам вам нужен. Warum möchte ich über diese zwei Produkte sprechen? Почему я хочу поговорить об этих двух продуктах? Weil die Kombination dieser zwei Produkte eben diese Vorteile für Ihren Körper bringt. Потому что сочетание именно этих двух продуктов дает вот такую пользу вашему организму. Haben wir schon seit Jahren im Programm. У нас в ассортименте они уже не один год. Aber die Leute tun sich schwer mit diesem Produkt. Но. Das ist ein spezieller Extrakt aus der NATO-Bohne. NATO, kennen Sie NATO? Это специальный экстракт из бобов NATO. Вы знаете NATO? Ja, das sind fermentierte Sojabohnen. Ja, это ферментированные соевые бобы. So, und dort die haben eine sehr hohe, diese Extrakte, einen sehr hohen Wert von K2. И вот в этом экстракте очень высокое содержание К2. Und das K2 plus D3 macht folgendes. А сочетание K2 и D3 дает следующее. Es reguliert das Calcium im Körper. Регулирует содержание кальция в крови. Das bedeutet, ich habe eine bessere Knochendichte. Это означает, что у меня повышается плотность костей. Bessere Zähne. У меня лучше зубы. Aber was noch viel wichtiger ist. Но что еще намного важнее. Die Kombination von K2 und D3. Сочетание K2 и D3. Ist eine Prophylaktik gegen Arterienverkalkung. Это профилактика артериосклероза, отложение солей кальция. Verstehen Sie, das ist das Wichtigste überhaupt. Вот это вообще самое важное. Ja, denn wenn Sie irgendwann mal an der verkalkt haben, dann kriegen Sie das einfach nicht mehr so leicht weg. Вот, потому что если у вас вот это отложение солей кальция образовалось, то легко от него избавиться уже не получится. Und je früher man damit anfängt, и чем раньше начать этим заниматься, desto sicherer ist man vor Arterienverkalkung. Тем надежнее ваша защита будет от артериосклероза. Was macht denn dieses Selcare, was tut denn das eigentlich? А что делает вот этот препарат Selcare от забота о клетке? Аутофагию выводит отравление. Стимулирует аутофагию. Правильно. Also, für alle, die das nicht wissen. Итак, для тех, кто не знает. Zellen teilen sich. Клетки делятся. Ja? Принципиальные Zellen. Manche mehr, manche öfters, manche weniger öfters. В принципе, все наши клетки. Одни чаще, другие реже. Beim Baby, bei einem Kleinkind oder bei einem Jugendlichen teilen sich die Zellen öfters als bei einem älteren Menschen. Ja, у младенцев, у маленьких детей, у подростков клетки делятся быстрее и чаще, чем у людей в возрасте. Und bei jeder Zellteilung oder bei fast jeder Zellteilung entstehen Fehler. И почти при каждом делении клеток возникают какие-то ошибки. Ja, das ist einfach in der Natur so.
Ну, это просто в природе вещей. Und wenn man eine ungesunde Lebensweise hat, dann ist es noch schlimmer, dann passiert noch viel, noch mehr Fehler. А если человек ведет нездоровый образ жизни, то ситуация еще хуже. Вот этих сбоев происходит еще больше. Und diese Fehler müssen das ist Abfall, ja, das ist Zellabfall, das muss entsorgt werden. Sie entsorgen ihre Mühle auch zu Hause, sie lagern ihre Mühle nicht zu Hause. И в результате этого сбоя образуется мусор, клеточный мусор, который необходимо утилизировать. Вы ведь свой мусор из дома выносите, вы его не храните в доме. Und das macht das Spermidin. И вот это делает спермидин. Ja? Dieser Weizenkeimextrakt beinhaltet комплекс витамин B, спермидин и витамин E. Этот экстракт зародышей пшеницы содержит комплекс витамина B, спермидин и витамин E. Спермидин räumt den Abfall weg. Спермидин убирает этот мусор. Das bedeutet, das ist prophylaktisch für viele schlimme Krankheiten, an denen die Menschen leiden. А это означает профилактику множества тяжелых заболеваний, которыми люди страдают. Danke für die Ausführung. Спасибо за информацию. Mein Ziel, ich kann natürlich über das auch zwei Stunden sprechen. Ich will aber drüber, ich will Ihnen einen Überblick geben, auf was Sie sich konzentrieren müssen. Ja? Моя цель, я, конечно, тоже могу рассказывать два часа, но я хочу дать вам общий обзор и самое главное, на чем вы должны сконцентрироваться. У нас здесь есть фармацевты, у нас здесь есть врачи, которые это знают лучше меня. Aber ich muss den Akzent irgendwo hin tun, ja? Но мне нужно расставить определенные акценты. So, also, спермидин haben wir schon gehört. Nächstes Produkt. Итак, спермидин мы уже услышали. BY-H, einer der meist missverstandenen Produkte bei Vivasan. Следующий продукт VivaPYH, также известный VivaRoom, да. Один из тех продуктов, которые VivaSanya хуже всего понимают и наиболее неправильно понимают. Честно? Так это есть. Объясняем вам. Der erste Fehler, den habe ich gemacht. Первая ошибка, которую я совершил. Und zwar habe ich das Produkt in Glasdosen verpackt. Das war ein Fehler. А именно, я упаковал этот продукт в стеклянные флакончики. Это была ошибка. Weil es zu teuer wurde. Потому что он стал слишком дорогим. Der Plastiklöffel, die Glasflasche und so weiter und so fort. Пластиковая ложечка, стеклянная бутылочка и так далее, и так далее. Das zweite Problem, was war? Вторая проблема, которая была. Ich konnte Ihnen nicht erklären, dass es hier nicht um eine Blutverdünnung geht. А я не смог вам объяснить, что здесь речь не идет о разжижении крови. Und ich konnte Ihnen nicht erklären. И мне не удалось вам объяснить. Was konnte ich? Blutverdünnung. Das ist ein Tomatenextrakt. Das ist ein wässriger Tomaten. Что это экстракт помидоров? Томатный. Это что? Это водянистый экстракт томатов. Alle wässriger Tomatenextrakt. Also, alle haben gedacht, die Blutverdünnungspräparate und Tomatenextrakt ist doch viel teurer, ist doch viel billiger in der Apotheke als bei VivaSan. Все подумали, что препараты для разжижения крови и экстракт томатов намного дешевле в любой аптеке, чем VivaSan. Ja, das haben alle gedacht. Все так подумали. Und deswegen hat es fast keiner gekauft. И поэтому никто не стал покупать. Ich hatte 3000 Stück alte VivaRoom im Lager. У меня было 3000 штук старого VivaRoom на складе. Keiner hat es gekauft. Никто его не покупал. Ablaufdatum abgelaufen. Истек срок годности. Ja? Konnte ich noch. Я не мог уже продавать. Dann kam Covid. Затем пришел Covid. Dann kamen ein paar Ärzte zu mir und sagten, Thomas, wo ist das VivaRoom? Потом ко мне пришли несколько врачей и спросили, Томас, а где VivaRoom? Nein, habe ich nicht. Я сказал, нет его у меня. Ja, jetzt habe ich mehr. И не будет его больше. Dann haben sie gesagt, brauchen wir jetzt. Они сказали, но он же нам сейчас нужен. Ich denke, warum brauchen die jetzt auf einmal VivaRoom? Ne? Я думаю, а что это им вдруг понадобился VivaRoom? Weil eben sehr viele Menschen, die an Covid gestorben sind, an einer Thrombose gestorben sind.
А дело в том, что очень многие умершие от ковида умерли от тромбоза. Und dann habe ich den Ärzten unter der Hand, das habe ich nicht verkauft, die Lieferung gegeben, 100, 200, 300 Stück. И затем я врачам вот так вот из-под полы, да, я его не продавал, выдал Леворон, там 100, 200, 300 штук. Ja, jeder. Каждому. Und viele Menschen konnten wir mit einem abgelaufenen Produkt helfen. И многим нам удалось помочь продуктам с истекшим сроком годности. So. Kurz, was ist die Funktionsweise? Итак, вкратце, каков его принцип действия? Wir haben sogenannte Thrombozyten 2 in unserem Blut, ungefähr 140.000 pro Mikroliter. У нас в крови содержатся так называемые тромбоциты 2, около 140 тысяч на микролитр. Die werden im Knochenmark gebildet und 10 bis 12 Tage werden sie in der Milz wieder abgebaut. Вот, они образуются в костном мозге, а затем через 10-12 дней они расщепляются в селезенке. Und was machen diese Blutplättchen? Was machen die? Что делают эти кровяные пластинки, эти тромбоциты? Wenn ich eine Schnittverletzung habe, если у меня порез, dann fahren diese Thrombozyten zu den Stacheln aus, den Datteln aus. То эти тромбоциты вытягивают свои такие иголочки, свои волоски. Und verschließen somit, wir nennen das Blutgerinnung im Volksmund. И таким образом закупоривают этот порез. То есть мы называем это свертыванием крови. Diese Tentakel, also diese Thrombozyten, die ketten sich aneinander. То есть вот эти тромбоциты при помощи этих волосков друг с другом сцепляются. Und verschließen die Wunde. И таким образом закрывают, закупоривают рану. Das Problem liegt darin. Проблема заключается в следующем. Übergewicht. Лишний вес. Schlechte Lebensführung. Нездоровый образ жизни. Das haben viele Untersuchungen gezeigt. И это продемонстрировали многие исследования. Zeigen, dass diese Thrombozyten auch ihre Tentakel ausfahren, obwohl es keine Schnittverletzung gibt. Все это приводит к тому, что тромбоциты вытягивают эти свои волоски, несмотря на то, что никакой травмы, никакого пореза нет. Daher kommt es zu Thrombenbildung. И вот это приводит к образованию тромбов в организме. Die Folgen sind Lungenembolie, Herzinfarkt, Hirninfarkt und viele andere Dinge. И последствия – это инфаркт, инсульт, легочная эмболия и много других вещей. Und man ist draufgekommen. И пришли к выводу. Dass der Wässergetum, ja, Kessner genau, dass der Wässergetomatenextrakt. А что водорастворимый концентрат томатов? Eben den Blutfluss, diese Thrombozyten, also diese Thrombenbildung verhindert. Препятствует, либо сводит к минимуму вот это образование тромбов. Und das ist kein Marketing-Gag von Vivasan, das ist die Wahrheit. И это не маркетинговый ход Vivasan, это правда. Denn die Europäische Union hat mir erlaubt, das auf die Verpackung zu schreiben. Ведь Европейский Союз разрешил мне писать это на упаковке. Warum haben sie mir das erlaubt? Почему они мне это разрешили? Ja, es gibt eine Studie, есть исследование, dass nämlich die Nordländer, в котором говорится о том, что в северных странах, also das ist Finnland, das ist Schweden, das ist Norwegen, Polen, Norddeutschland, Dänemark, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Север Германии, Дания, häufiger an Tromben erkranken als die Südländer. Люди чаще страдают от тромбов, чем жители южных стран. Das hängt mit der Ernährung zusammen. Sie sind draufgekommen, dass eben die Nordländer fast keine Tomaten essen, während die Südländer jeden Tag Tomaten essen. И это связано с рационом. Выяснилось, что жители северных стран практически не употребляют пищу помидоры, в то время как южане помидоры едят каждый день. Ja, das ist statistisch unbelegbar. Это статистика, это непосредственно доказано, например. Und man ist draufgekommen, dass das sogenannte Tomaten, der wesentliche Tomatenextrakt auch stärkerhebende Faktor ist. И пришли к выводу, что именно водорастворимый экстракт томатов играет здесь решающую роль. So, was haben wir bei Vivasan gemacht? Der erste Anlauf war schlecht mit einer Mitlieferung, der zweite weitaus besser. И что мы сделали в Vivasan? Ну, первый запуск был плохим с Vivasan, второй значительно лучше. Sie kennen den
Ist Ihnen die Schellpell-Technik bekannt? Все ли знают технологию Schellpell? Да. So. Wir haben die Beladung der Kügelchen erhöhen können um 25-30%. Итак, нам удалось увеличить дозировку, то есть количество этих шариков на 25-30%. Wir haben das in sogenannten Kapseln verpackt. Мы их упаковали в так называемые капсулы. Schachtel, die allgemein bekannt. Коробочка, как известно всем. Das Produkt ist jetzt effektiver als das alte. И сейчас этот продукт стал эффективнее старого. Und um 39% billiger. И при этом на 39% дешевле. Правильно? Да. Правильно. So. Das ist mir am Herzen. И вот это мне очень важно. Weil das ist die Gesundheit der Menschen. Mit denen können Sie die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Nicht aktiv. Поскольку это здоровье людей, таким образом вы можете оказывать действительно активное влияние на здоровье людей. So, und jetzt kommen wir zu was Neuem. А сейчас переходим к новому. Von dem wissen noch nichts. Которого вы еще не знаете. Sie kennen ja das Produkt Floramax, ja? Вы знаете продукт Floramax, так? Es bleibt im Programm, es bleibt im Programm des Floramax. Он остается в продаже, он остается в нашем ассортименте Floramax. Aber ich kann es nicht überall verkaufen. Но я не везде могу его продавать. Weil ich nicht alle Dokumente von Großwald bekomme, die ich für die Registrierung brauche. Поскольку я не получаю от Косвал все документы, нужные мне для регистрации. So, aber dort, wo wir es verkaufen können, bleibt im Programm. Однако там, где мы можем его продавать, он в ассортименте у нас остается. Und jetzt kommt was ganz Neues. А сейчас нечто совершенно новое. Das ist eine ganz neue Linie von Vivasan, die Schritt für Schritt ausgebaut wird. Это совсем новая линия Vivasan, которая будет расширяться постепенно шаг за шагом. Sie heißt Linie Bio Repair Plus. Называется она линия Bio Repair Plus. Was ist das? Что это такое? Außer Floramax haben wir eigentlich wenig für unsere Darmgesundheit in unserem Assortiment. Кроме Floramax, у нас в ассортименте достаточно мало продуктов для здоровья нашего кишечника. Ну окей, артишок, тюмен-крем, я вайси. Ну ладно, артишок, крем тимьян, это я все знаю. Aber wo wirklich im Darm, das wirklich eine Darmsanierung machen kann, da habe ich fast nichts. Но того, что может провести вот настоящую чистку кишечника, такого у нас нет. Darm ist unser größtes Organ, da können wir diskutieren, so viel wir wollen. А кишечник крупнейший наш орган, самый большой, хотим мы того или нет. Und alle, die mit Biopulsar arbeiten. И все, кто работает на Biopulsar. Wissen, dass viele Allergien, viele Probleme vom Darm ausgehen. Знают, что множество разных видов аллергии и много разных проблем исходят из кишечника. Also Allergien, all das, Immunität, all das fängt im Darm an und nicht irgendwo anders. Аллергия, иммунитет, все это берет свое начало в кишечнике, а не где-то еще. So wie wir uns fühlen, ja? Наше самочувствие. Ja, wer eine gute Darmgesundheit hat, der fühlt sich fit. Und wer immer einen verstopften Darm hat, hat ein Problem. У кого кишечник здоров, тот чувствует себя в форме. А у кого он постоянно закупорен, у того проблемы. Oder Reizdarmsyndrom, oder Laktoseunverträglichkeit. All das sind Dinge, das sind Darmprobleme. Или там синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы. Все это проблемы, связанные с кишечником. Viele Entzündungen in unserem Körper kommen vom Darm. Множество разных воспалений, воспалительных процессов в нашем организме исходит из кишечника. So, und dann haben wir uns was überlegt. Итак, и мы задумались. Probiotische Produkte gibt es wie Sand am Meer. Пробиотиков просто немерено. Ja, viele Firmen haben das. Это есть у огромного количества фирм. In Dosen, in Säcken, in Tabletten, wie Sie wollen. В баночках, в мешочках, в таблетках, как хотите. Also, bei uns gibt es nur in sogenannten Kapseln. У нас только в так называемых капсулах. Ну, wie Floramax, ne? Ну, как Floramax. Warum? Почему? Weil wenn ich es in der Dose habe, dann halten die Bakterien nicht lange. Die Bakterien sind sehr empfindlich. Потому что, если он будет в баночке, то бактерии долго не выдержат. Они ведь очень чувствительные. Ja, so, ich muss ja den Leuten zumindest 24 Monate
24-30 Monate muss ich Haltbarkeit garantieren. Ja? Мне же нужно гарантировать людям срок годности как минимум в 24-30 месяцев. Und nach Gesetz der Europäischen Union. А по законам Европейского Союза. Wenn ich draufschreibe, das sind 20 Milliarden Bakterien in einer Kapsel. Я пишу здесь, что в одной капсуле содержится 20 миллиардов бактерий. Dann müssen auch nach 24 Monaten 20 Milliarden lebende Bakterien noch drin sein. То и через 24 месяца в ней должно быть 20 миллиардов живых бактерий. Это факт. Das wird kontrolliert. Это контролируется. So, das heißt also, nur Kapsel. То есть только капсулы. Und warum Kapsel? А почему капсулы? Die Kapseln, die wir haben, sind resistent gegen, also sind halbresistent gegen Magensäure. Наши капсулы устойчивы, так наполовину устойчивы к желудочному соку. Naja, wenn das alles im Magen aufgeht, dann werden die ganzen Bakterien mit der Magensäure getötet. Ну, ведь если капсула у меня раскроется в желудке, то все эти бактерии будут убиты желудочным соком. Die brauchst du im Darm, aber nicht im Magen. А мне-то они нужны в кишечнике, а не в желудке. So, deswegen haben wir das. Und jetzt haben wir zwei Produkte fangen wir an. И вот у нас появилось два продукта. Мы Und zwar с двух продуктов. Das Produkt Antistress. А именно, продукт Antistress. Und Immun. И Immun. Und bevor ich Ihnen jetzt die ganzen Bakterien langweilig erkläre, и перед тем, как я начну вам скучно рассказывать про все эти бактерии, muss ich Ihnen etwas Globales sagen. Я должен вам сказать некоторые общие вещи. Die Frage, die ich Ihnen stelle, werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht gleich verstehen. Вопрос, который я вам сейчас задам, вы, вероятно, поймете не сразу. Was haben alle Aromaöle von Vivasan gemeinsam? Was haben die alle gemeinsam? А что общего у всех ароматических масел Vivasan? Какова их общая черта? Нет, это понятно. Антисептик. Антивирал, антибактериал. Окей. Антивирусное, антибактериальное. Общество. Titrenöl reden, vom Thymianöl, vom Zitronenöl, vom Orangenöl. Wir sind alle antiseptik, antiviral. Да, то есть о каком бы масле мы ни говорили, чайное дерево, там, лимон, апельсин, они все обладают антисептическими и антивирусными свойствами. Da könnten wir nur ein Öl nehmen und brauchen nicht alle Öle, oder? Ну, тогда мы могли бы пользоваться лишь одним маслом, тогда нам все масла были бы не нужны. Nein, weil das Lavendelöl hat noch andere Eigenschaften. Dass das Titrenöl oder das Zitronenöl nicht hat. Дело в том, что у масла лаванды есть и другие свойства, которых нет у масла чайного дерева или масла лимон. Das unterscheidet die Öle untereinander. И это отличает масла друг от друга. Das ist genauso hier. И то же самое здесь. All die Bakterien, die ich Ihnen jetzt erklären werde, все те бактерии, о которых я вам сейчас расскажу, haben einmal eine gemeinsame Eigenschaft. Имеют одно общее свойство. Sie regulieren die Darmfunktion. Они регулируют функционирование кишечника. Das heißt, dass alle Leute, die unter einem Reizdarm leiden, то есть те люди, которые страдают от раздражения в кишечнике, alle Leute, die unter Verstopfung leiden, люди, которые страдают запорами, alle Leute, die einfach Schwierigkeiten mit ihrem Darm haben, was auch immer es ist. То есть люди, у которых какие бы то ни было сложности, проблемы с кишечником, как любого характера. Die finden Linderung mit diesen Bakterien. Вот их страдания смягчат эти бактерии. So. Daher erkläre ich bei jedem Bakterien nicht alles von neuem. Поэтому я не буду по каждой бактерии рассказывать все сначала. Also, Darmnormalisierung. Итак, нормализация работы кишечника. Bei allen gleich. Это присуще всем одинаково. Это одна функция. Gehen wir zum Antistress. Итак, давайте рассмотрим антистресс. Gut. Wir haben in einer Kapsel 20 Milliarden Bakterien. Итак, у нас в одной капсуле 20 миллиардов бактерий. Eine Kapsel pro Tag. Одна капсула в день. 20 Minuten bevor Sie einmal einnehmen. За 20 минут до еды. In einer Packung sind 30 Kapseln. В упаковке 30 капсул. Da kommen Sie mit einer Packung einen Monat weit. Таким образом, упаковки вам хватит на месяц.
Und jetzt sehen Sie ja mal, und dieses Bio-Repair-Antistress beinhaltet vier verschiedene Bakterienstämme. И смотрите, вот в этом продукте BioRepair Antistress содержится 4 разных штамма бактерий. Und die klingen jetzt alle ganz kompliziert. Ja. И названия у них у всех очень сложные. Also, der Lactobacillus KC-LC-89. Итак, Lactobacillus KC-LC-89. Der hat 5 Milliarden Bakterien in einer Kapsel. Этих бактерий в одной капсуле содержится 5 миллиардов. Neben diesen Förderungen der Darmgesundheit, was macht er noch? И помимо того, что она способствует здоровью кишечника, что она делает еще? Sie fördert die Immunität. Она поддерживает иммунитет. Und zwar Immunität im Darm wird auf verschiedene Arten und Weisen gefördert. Ich werde es Ihnen erklären. Причем поддержка иммунитета в кишечнике осуществляется разными способами, я вам об этом расскажу. Es werden die gesunden Darmzellen vermehren sich, während die entzündlichen Verbindungen gehemmt werden. Здоровые клетки кишечника размножаются, в то время как воспалительные процессы сдерживаются im Darm, ja? В кишечнике. Und Studien haben gezeigt, и исследования показали, dass dieses Bakterium, что эта бактерия, die Stimmung der Menschen verbessert. Улучшает настроение человека. Alle, die unter Angstzuständen leiden, люди, страдающие различного рода страхами. In heutigen Zeiten leiden viele unter Angstzuständen, würde ich mal sagen. Ja? Ну, в нынешние времена многие страдают разного рода страхами. Ja. Да? Alle, die unter Depression leiden, страдающие депрессией, dieses Bakterium hilft. Им помогает эта бактерия. Das nächste Bakterium, LH76. Следующая бактерия, LH76. Das fördert die Bildung von sogenannten T-Zellen. Она способствует образованию так называемых T-клеток. T-Zellen sind Killerzellen des Immunsystems. А T-клетки – это клетки-убийцы иммунной системы. Ja, weil sie, wenn die T-Zelle merkt, da ist irgendetwas falsch, dann nimmt sie das, dann zerstört sich dieses die schlechte Zelle. То есть, когда Т-клетка замечает, что что-то не так, что-то, так сказать, прогнило, то она нападает и разрушает вот эти поврежденные клетки. Die T-Zelle muss aber nur wissen, welche Zelle ist gesund und welche Zelle ist nicht gesund. Ja? Однако Т-клетка должна знать при этом, какая клетка здорова, а какая нездорова. Und deswegen gibt es die Impfung. И поэтому имеются прививки. Durch die Impfung klären die T-Zellen, aha, das ist eine ungesunde Zelle, egal welches Virus wir reden. Путем прививки, через прививку, Т-клетки узнают, ага, вот это клетки нездоровые, неважно, о каком вирусе. Habe ich ganz einfach erklärt, ein Arzt würde das ganz anders erklären. Я объяснил это очень просто, а врач объяснил совершенно по-другому. Ja, aber das ist wirklich, das ist aber wichtig, bitte so verstehen. Aber, was macht LH76 noch? Это просто, чтобы было все понятно. Что еще делает LH76? Es senkt den Cortisolspiegel. Она понижает уровень кортизола. Кортизол ist ja etwas, was durch Stress entsteht. Кортизол – это то, что возникает вследствие das стресса. Das ist ein ganz natürliches Hormon. Это совершенно натуральный гормон. Ja? Das heißt, der Körper ist in Alarmzustand. Irgendetwas stimmt nicht. То есть, организм находится в состоянии тревоги. Что-то не так. Aber wenn wir die ganze Zeit unter hohem Cortisolspiegel stehen, dann ist das sehr gefährlich. Если у нас постоянно повышенный уровень кортизола, то это очень опасно. Die zwei letzten Bakterien, две последние бактерии, die sind außerordentlich interessant für all die Leute, die unter Allergien leiden. Они крайне интересны тем людям, которые страдают от аллергии. Beim Lactobacillus BL21, значит, в ее отношении исследования показали, dass alle Leute, die unter Asthma leiden, Allergie-Symptom, Asthma, что люди, которые страдают астмой как симптомом аллергии, so, werden diese Symptome gemindert. Вот у них эти симптомы уменьшаются.
Бактерия LP90 ist genauso der, der sinkt genauso, senkt genauso den Stresslevel. Точно так же снижает уровень стресса. Aber was wichtig ist, но что здесь важно? Alle Leute, die unter Akne leiden, Hautkrankheiten. Люди, которые страдают акне, заболеваниями кожи. Ist dieser, ist, hilft dieses Bakterium wunderbar. Им прекрасно помогает эта бактерия. Аллергии, бактерии национальные. Аллергия, укрывая сыпь и так далее. Was lernen wir aus dieser kleinen Präsentation? О чем нам говорит эта маленькая презентация? Menschen, die unter Depressionen leiden. Люди, страдающие депрессией. Menschen, die Angstzustände haben. Люди, страдающие разного рода страхами. Es gibt viele Menschen, die Angstzustände haben und wissen gar nicht, warum sie es haben. Есть люди, которые страдают разного рода страхами, фобиями, и совершенно не знают, почему они возникают. Für die ist dieses Produkt wunderbar geeignet. Для них прекрасно подойдет этот продукт. Параллельно wird die Darmfunktion reguliert. Параллельно с этим регулируется работа кишечника. Und parallel dazu wird auch noch, hat es noch positive Effekte. Verstehen Sie, wenn ich das Immunsystem auf einen guten Stand bringe, ну, понимаете, если я вывожу свою иммунную систему на хороший уровень, erklärt, was das bedeutet, я сейчас поясню, что это значит, da bin ich auch weniger anfällig für Allergien, то я менее подвержен аллергиям. Wenn ich ganze Zeit Entzündungen in meinem Körper habe, если у меня в организме постоянно возникают воспалительные процессы, dann das Immunsystem muss darauf reagieren, то иммунная система должна ведь на это реагировать. Und einer dieser negativen Eigenschaften ist halt eben, dass die Menschen unter Allergien leiden. И вот одно из негативных проявлений этого заключается в том, что люди страдают разного рода аллергиями. Я фраге. Вопрос. Фраге си, или 30-40 ба, habe ich nicht gewusst, was Allergie ist. Вот я вам скажу, когда мне было лет 30-40, я понятия не имел, что такое аллергия. Я, ich habe alle Leute nicht verstanden, die das nicht essen können, die das nicht essen können, die das nicht trinken können, die das nicht berühren können. Вот, и я не понимал людей, которые не могут вот это что-то есть, не выносят каких-то запахов и так далее. Mit 50 bin ich hochallergisch gewesen. А в 50 у меня появилось множество разных аллергий. Ja, also, gegen meine Frau war ich nicht allergisch. Ну, на жену у меня нет аллергии. Aber wirklich, Probleme, wirklich viele Probleme gehabt. Но на самом деле, реально появилось много проблем. Okay, Nigenol hat mir geholfen, das weiß ich, ja? Ну, хорошо, Nigenol мне помогал. Ja? Aber Robert, da musst du immer anfangen im September, Oktober, November musst du anfangen, damit ich den Mai und den Juni überlebe. Да, но мне приходилось начинать в сентябре, в октябре и продолжать в ноябре для того, чтобы пережить потом май и июнь. Und trotzdem habe ich immer wieder gewisse Anfälle gehabt, aber nicht so oft. И все равно случались эти аллергические приступы, но, к счастью, не так часто. Durch das, да? Благодаря вот этому, mit Nigenol zusammen, совместно с Нигенолом, ist es viel besser geworden. Стало гораздо лучше. Aber wichtig ist, dass man sich körperlich besser fühlt. Но важно то, что организм чувствует себя лучше. Also das ist ein Produkt, wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht ein Top-Seller wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. То есть вот если этот продукт не станет бестселлером, то я уже ничего не понимаю в этом. Und das ist billiger als das Floramax. И он дешевле, чем Floramax. Sag ihnen mal, да? Скажу сразу. Immun, das zweite Produkt. Alle, die Immunsystem stärken wollen. Immun, второй продукт. Все, кто хочет укрепить иммунную систему. Jetzt könnte ich sagen, wozu brauchen wir das? Wir haben ja das Antistress. Ну, вы можете сказать, а зачем он нам? У нас же есть антистресс. Ja, stimmt. Совершенно верно. Aber das ist speziell aus Immunsystem ausgeführt und daher gibt es hier andere Bakterien. Но этот продукт специально разработан для иммунной системы, и поэтому бактерии здесь другие. Und zwar, fangen wir an. Auch hier haben wir 20 Milliarden Bakterien pro Kapsel. А именно, начнем. Здесь у нас тоже 20 миллиардов бактерий в капсуле. Dann haben wir 30 Kapseln in der Verpackung. В упаковке у нас опять же 30 капсул. Ja, das heißt, ein Monat Verpackung. То есть, упаковка на месяц. Ja, 20, eine Kapsel pro Tag, 20 Minuten vor dem Essen. Одна капсула в день, за 20 минут до еды. So, da haben wir drei Bakterienstämme drinnen. Итак, здесь у нас содержатся три штамма бактерий. Und zwar den Bifidobacterium lactis BLA80. А
а именно бифидобактерия Lactis BLA80. Da haben wir 10 Milliarden. Их у нас 10 миллиардов. Was macht der? Что она делает? Der produziert kurzkettige Fettsäuren. Она производит жирные кислоты с короткой цепью. Das ist ganz wichtig für die Darmzellen. А это очень важно для клеток кишечника. Und was ganz wichtig ist, и что еще очень важно, damit wird иммунитет erhöht, что повышает иммунитет. Und dieser Bakterium ist nachgewiesen, hilft bei zur Verbesserung der Gedächtnisfunktion. Эта бактерия, и это доказано, помогает улучшать память. Das heißt also, wenn Sie glauben, dass Sie zu viel vergessen oder was auch immer. То есть, если вы считаете, что вы стали слишком много забывать или что-то еще. Бывает, да? Гинколин и доска. Гинколин и вот этот. Wenn Sie auf der sicheren Seite. И тогда вы будете уверены. Über den haben wir schon gesprochen. Об этом мы уже говорили. Und der ist sehr, sehr wichtig. Streptococcus, Thermophilus ST81. А вот эта бактерия очень важна. Streptococcus, Thermophilus, ST81. Nicht nur das, auch der produziert wieder, hilft bei der Produktion von den T-Zellen. Она также помогает в производстве Т-клеток. Ja? Aber was der noch kann? Но что еще она умеет? Er hilft bei Laktoseunverträglichkeit. Она помогает при непереносимости лактозы. Und was für mich, meiner Meinung nach, wichtig ist. И что для меня, вот по моему мнению, важно. Er schützt vor Darminfektionen. Она защищает от кишечных инфекций. Und hilft bei Menschen, die unter Magenproblemen und Magengeschwür leiden. И помогает людям, страдающим проблемами с желудком и страдающим язвой желудка. Das ist nachgewiesen. Это доказано. Ja. Diese zwei Produkte kosten gleich viel. Эти два продукта стоят одинаково. Я не знаю сколько, честно. Я забыл уже. Завтра мой можно сказать. Also, diese zwei Produkte bekomme ich in einer Woche oder zwei Wochen Gewinn aufs Zentrallager. Итак, эти два продукта через неделю или две поступят ко мне в Вену на центральный склад. Wir sind dabei, jetzt gerade die Zertifikate zu erstellen. Сейчас мы занимаемся сертифицированием. Das heißt also, der Newsletter, es wird einen Newsletter über dieses Produkt geben. То есть, вот по этим продуктам выйдет выпуск новостной рассылки. Also, damit wieder, steht in den Newsletter mit dem stehen, was ich jetzt gesagt habe, ja? Вот в рассылке будет вот то, о чем я сейчас рассказывал. Ich gehe davon aus, dass wir im September, Oktober mit dem Verkauf dieser Produkte beginnen können. И я исхожу из того, что в сентябре, октябре мы сможем начать продажи этих продуктов. Может быть, уже август, я не знаю. Окей, gut. Hängt von der Zertifikation ab. Ну, зависит от того, как пройдет сертификация. Diese zwei Produkte kommen in diesem Jahr neu auf den Markt. Вот это те два новых продукта, которые в этом году появятся в продаже. Und was ich Ihnen гарантировать кан ист. И что я могу вам гарантировать? Es wirkt. Они действуют. Und die Leute werden sehr schnell erkennen, dass es wird spüren. И люди очень быстро заметят, что они действуют. Они это почувствуют. Ja? Also, es werden diese Leute kaufen, die Probleme haben. Ja? Ja, ведь покупать будут те люди, у которых проблемы. Ja? Und die werden sehr, sehr, sehr schnell spüren. И они это очень и очень быстро почувствуют. Also wird für Sie ein wunderbares Instrument in der Zukunft sein. То есть для вас это станет прекрасным инструментом в будущем. Mehr will ich über Produkte gar nicht sprechen, weil das ist die Aufgabe, das wird morgen gemacht. Больше я о продукции рассказывать не буду, поскольку это задача тех лидеров, которые будут выступать завтра.